Медсестра готовит деда 80-летнего к операции. В паху побрить нужно. Подходит к нему, распахивает одеяло, смотрит, а там дурында такая лежит. Она так наклоняется и говорит: «Ух ты, красавчик-то какой! Мечта любой женщины, дед! Да, есть такое! Буквально 5 лет тому назад я мог повесить на него 10-литровое ведро с водой и пробежаться 100 метров без остановки, не помогая себе руками». Медсестра: «Ну, а сейчас, наверное, не можете». Дед: «Да все бы ничего, только коленочки подкашиваются».